столице Монголии открылась уникальная выставка. На ней представлены редкие останки динозавров. Всего более 50 экспонатов. Ученые собирали их на протяжении нескольких десятилетий. Посетители могут увидеть скелет хищного тарбозавра, части травоядных гигантов и даже яйцо с зародышем древних рептилий. Мои коллеги одними из первых оценили экспозицию. Огромный тавр на входе приглашает посетителей торгового центра Улан-Батора заглянуть на выставку. Здесь можно увидеть редчайшие экспонаты юрского периода. В Монголии уникальная экспозиция представлена впервые. Особенность этой выставки и ее экспонатов в том, что здесь представлены находки, обнаруженные исследователями и учеными монгольской палеонтологической отрасли за последние 50 лет. Мы представили здесь самые интересные находки, ценность которых признана учеными с мировыми именами. Скелет самого большого в мире динозавра – тарбозавра Батаара А, редкий и наиболее ценный экспонат коллекции. Рядом останки травоядных гигантов, но наибольшее внимание посетителей привлекает вот эта пара. Динозавры сошлись в схватке, и, как предполагают ученые, именно в этот момент началось стихийное бедствие. Так они и застыли на долгие тысячелетия, сцепившись в борьбе друг с другом. Мы находим различные артефакты, начиная от окаменевших костей динозавров и ящеров до яиц и скелетов детенышей. Я раньше говорил, что наука о динозаврах в Монголии имеет важное значение. С тех пор, как были обнаружены находки в 1920 года, их значимость не понизилась. И чем дальше, тем больше интересного обнаруживают ученые, изучая их. Выставка динозавров уже побывала в 80 городах 20 стран мира и почти везде вызвала огромный интерес со стороны посетителей. Юлия Куцци, СТВ, при содействии телекомпании «Аист», Монголия.